Днем в СМИ появилась информация, что Ксению Собчак сдали ее сотрудники, и у них есть доказательства того, что телеведущая причастна к публикациям в телеграм-канале «Тушите свет». В сети появились скрины договора между Ксенией Собчак и одним из администраторов телеграм-канала «Тушите свет». Из него следует, что именно телеведущая является владельцем и продюсером ресурса, как YouTube-канала, так и остальных площадок в соцсетях. Стороны подписали договор 1 октября. Согласно этому документу, Собчак давала задание исполнителям, в данном случае журналисту Тамерлану Бегаеву и другим администраторам канала, а те делали материалы. К каналу имеет отношение и коммерческий директор Кирилл Суханов «Осторожно, медиа», которого называют уполномоченным представителем Ксении. Он был задержан в конце октября. Следствие выдвинуло версию, что именно он вымогал 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Медиа-менеджера задержали в тот момент, когда он получал 800 тысяч рублей. Позже задержали экс-главреда Татлер Ариана Романовского, в «Тушите свет» он был главным редактором. Во время показаний Бегаев и Романовский подчеркнули, что выполняли поручения Собчак и Суханова. Отметим, что Ксения Собчак не комментирует скандальную ситуацию. Как только стало известно о задержании Суханова, телеведущая на машине доехала до границы с Белоруссией и пешком перешла через границу, направляясь в Литву, а уже оттуда перебралась в Латвию. На границе ведущая предъявила израильский паспорт, он дает ей право въезжать в европейскую страну и пребывать там до 90 дней без специальной визы.